Российского летчика Константина Ярошенко обвиняют в нападении на сотрудника тюрьмы и применении холодного оружия. Об этом сообщают «Известия». По мнению самого Ярошенко, администрация колонии пытается подставить его. Несколько недель назад ему пытались инкриминировать организацию бунта в тюрьме. В связи с постоянными нападками администрации супруга летчика Виктория Ярошенко обратилась к российскому омбудсмену Татьяне Москальковой с просьбой помочь перевести мужа в другую тюрьму. Константин Ярошенко был похищен американскими спецслужбами в Либерии и переправлен в США в мае 2010-го. Власти США обвинили его в контрабанде крупной партии кокаина и приговорили к 20 годам тюрьмы.